Добрый день, друзья. Сегодня у нас Xperia V. Вот такая вот. И замена езда зарядки. Вот здесь вот она находится у нас. Но вообще у нас нету. Отломанная соединительная часть. Снимаем батарею. Разбираем телефон. Снимаем панель. Сняли панель. Шлейф. Камера, шлейф кнопок включения и звука. Обращаю внимание аккуратно именно на этой модели с кабелем, с антенным кабелем. Он пристегивается снизу. Вот он здесь находится у нас. Его нужно аккуратно отстегнуть. Он очень часто ломается, в то время как достаем плату пазы. Вот они у нас. Отстегиваем. Достаем плату. Это у нас гнездо зарядки. Вставляем в держак. Термофен 400 градусов достаточно будет, чтобы быстро снять. Новое гнездо. Разогрели. Добавили флюс. Снизу.
сняли. Снимаем плату. И ставим новое гнездо. Таким образом. Выравниваем. Стоит, добавляем припоя с этой стороны. Есть, добавим флюса немного для упрощения пайки. Основные направляющие.